Хорошее поведение в школе может пригодиться спустя много лет после ее окончания. В этом убедился американец, которого задержали за кражу со взломом. Он еще и сопротивлялся при аресте, так что у него были все шансы получить в качестве меры пресечения заключение под стражу. Но оказалось, что судья, которой передали дело, училась подсудимым в одной школе и знает его с самой хорошей стороны. Память о примерном прошлом перевесила тяжесть содеянного. Подозреваемому не только разрешили выйти под залог, но и обещали помочь с адвокатом. Вы ходили в среднюю школу Наутилус? Боже мой! Не плачьте. Мне всегда хотелось узнать, кем вы стали. Это был самый приятный ребенок в школе. Он был лучшим в школе. Мы вместе играли в футбол. И посмотрите, что с ним случилось. Мне так жаль.